На них не похоже оставлять столько следов. Понимаю. Зайди к Винни, я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот Сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Том, за нами точно копы уляжутся! О чем я говорил? Да, точно. Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучу тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. Черт, лекавые! Он ушел от нас в рабочем районе. Смотри. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Повторяю, прекратить поиски. Том, что с тобой сегодня? Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Забывайте о приличиях, ладно? Эй, красавчик. Тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выбери рюмочку, расслабься и развлекись как следует.
Добрый день, сэр. Будешь готов, дай знать. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим. Полите! Вызовите полицию! Некуда! Эй, сюда! Господи, молю вас себе! Пропустите! Ты Мишель? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске.
Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете. Сюда!
Подозреваемый уходит по крышам. Ликвидируйте его, пока вниз не спустился! Я посылаю за этим типом всех, кто у нас есть. Поднимайтесь за ним. Что, думал от нас удрать? Не ждал нас, а вот мы скажем. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах.
Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте. Это ведь он. Тот гад, что убил Билли! Пожалуйста, хватит! Что в этом Билли был замешан? Давно остановить это! Все сюда, живо! По-другому не будет! Мне это нравится! Помогите!
наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ах ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Вон там! Хватай его! Сюда приперлись остальные! Тут можно залатать свои раны! Парни, отрепите церковь! Не дайте ему выбраться! Они лезут и лезут! Ты издеваешься? У него есть моторные колеса! Можем, конечно, пройтись и поискать другую тачку на радость копам! Повторяю, катапал! Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Мы засекли его. Судя по докладам, уже окружают. Копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился. Но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Поставили заграждение. Это его замедлит. Полиция заметила и преследует подозреваемого. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Этот тип где-то в Норд-парке. Рано или поздно он объявится. Ищите. Жми, Томми! Сбрось их! Стараюсь! Всем машинам отменить погоню, поиском конец. Ух, оторвались! Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Давай вернемся в бар. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься, священник будет держать рот на замке. Мы надрали за ад Морелло. А тебя с поля уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все, босс будет доволен. Does he pay more attention to women on the street than to you? When was the last time he paid you a compliment?
Make sure that he only has eyes for one woman with a visit to Behringer's Cosmetics Department. This is WBDS Broadcasting Live. На старой работе ты так же ездил? Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок.